мы сейчас готовимся к переходу на Шри-Ланку. У нас время, которое мы могли находиться в Таиланде, стекло. Вернее, истекли визы, можно сделать новые, но мы этого делать не будем, потому что пора двигаться дальше. Итак, Шри-Ланка нас ждет, но для перехода нам нужно готовить лодку. Поэтому сейчас мы будем делать ТО мотору, которая, в принципе, уже настало время, и перед переходом это будет очень желательно сделать. Решили перед выходом встать в марину. Вот мы уже находимся в марине. Вот соседняя лодка, которая стояла рядом с нами на якорной стоянке. Хозяева сказали, что они стали сюда сегодня, потому что им в лодку ударила молния. Вот эта лодочка, в которую вошла молния. Но у них все застраховано, поэтому есть шанс, что они нормально все починят. А у нас французский уголок, потому что вот здесь находится Жено, Бенито, вон еще одно Жено, вот еще одно Бенито, вот еще одно Бенито. Это Океанис 47-й. Он, кстати, непонятно почему, но лодка настолько большая по борту, мы значительно ниже. Ну, может, это просто так кажется, но не суть. Что мы еще приготовили? Вот у нас есть канистры. Три штуки. А вот остальные канистры, которые потом лягут в тузик. Они уже подготовлены, уже с дизелем. То есть мы хотим выходить, чтобы у нас было порядка 600 литров дизеля. Потому что возможно, что 1000 миль нам придется идти через океан под мотором. Но я надеюсь все-таки, что этого так все плохо не будет. Сейчас мы отмоем лодку и все соберем, все закрепим. Собственно, то... как мы готовим сейчас лодку. Сейчас я вам буду это все показывать. И вот я снял водный сепаратор. Вот такой вот фильтр. Вот. Он еще на самом деле в нормальном состоянии. Но мы его все равно поменяем на новый. А этот выбросим. Вот такая вот штука. Вот стакан с дизелем. И вот там есть внутри даже видно ржавчина. Это то, что оставляет на стенках вода. Сейчас мы будем сливать масло. Вот у нас есть такая банка. Вот мы ее ставим вот сюда. А теперь берем ключ. И будем откручивать вот эту вот гайку. Вот я болт выкрутил, масло полилось. А теперь нужно ждать. Ну, я буду ждать. Наверное, несколько часов, пока оно все сольется полностью. Может быть, чуть-чуть каким-то другим маслом промою. Ну, наверное, не буду этого даже делать, просто залью нового. У нас для фильтров есть специальный съемник. Работает он так вот. Берется фильтр, одевается внутрь, накручивается и потом сворачивается. Но в нашем случае даже вот такую вот цепь мы на фильтр одеть не можем. Вот этот фильтр у нас находится. Здесь со всех сторон его окружают шланги и не дают возможности, чтобы мы одели эту штуку сюда. Поэтому мы идем старым способом. Мы пробили этот фильтр насквозь. А теперь пошатаем его. И все, можно его откручивать. Вот этот фильтр, это топливный фильтр. В нем дизель и дырки. А теперь мы берем новый fuel filter и просто одеваем его на то место, где мы сняли предыдущий. Закручиваем. Это масляный фильтр. Сейчас мы его открутим, а там оно начнет течь быстрее. Вот. Вот так непонятно, в каком он состоянии. Но судя по тому, что масло достаточно черное, не думаю, что фильтру от этого будет очень хорошо.
Ну, этот фильтр утиль. Вместо него мы оденем такой же самый oil фильтр. Он чуть отличается по размеру, но посадочные места такие же самые, потому что я поставлю оригинальный. Мы будем ставить импеллер. Импеллер — это такая штука, водяная помпа. То есть она крутит, внутри двигателя ее крутит, и она через себя пропускает воду. Сейчас я выдавливаю силикон и смазываю этим специальным силиконом весь импеллер. Это не густой силикон, это жидкий, он так жидким и останется. Он нужен просто, чтобы импеллер был мягче и нормально вращался в воде. Это вот нужно сделать со всеми лопастями. Вот. Вот, все, импеллер смазан. Теперь мы его ставим в штатное место. Вот его штатное место. И вот сюда мы его сейчас будем вставлять. Вот он вставил. Направление зубчиков не имеет значения, потому что они будут все равно станут на то место, как им, как и необходимо. Далее резиночка, которая закрывает серединку. Теперь специальная резинка, которую я почему-то не обнаружил, но тогда будем использовать старую. Это та, которая закрывает весь импеллер. Она, главная ее задача — просто не пропускать воду наружу. Вот я ее сейчас смажу. Теперь она стала вообще как новая. Вот я ее ставлю. Ой, вот сюда. Это ее место. Потом беру крышку. Вот у нас крышка. Вот у нас маленькие болтики. И закручиваю ее обратно. Все, у нас получается импеллер установлен, новый. Следующая задача. Мы будем снимать вонючий фильтр, который у нас отвечает за входящую воду для опреснителя. Да, там масло разлито, это не страшно. Так, значит, что нам нужно сделать? Это мы перекрываем воду для опреснителя. Вот у нас специальный вентиль, который ее перекрывает. А теперь самая страшная процедура. Вот у нас фильтр, который уже заросший и вонючий. И его нужно будет сейчас каким-то мистическим образом открутить. Так, все, начало этому сделано. Дальше фильтр откручивается руками. А теперь самая страшная его часть. Вот это вот воняет как дерьмо. Вот. Очень отвратительная штука. Сейчас мы его сольем. Вот так выглядит фильтр. Как он пахнет, я думаю, вы догадываетесь по его цвету. Отвратительно. Отвратительно. Сейчас дойдет. Какая забористая штука. Его надо куда-то герметично спрятать, потому что можно будет сдохнуть. Фу. Теперь быстро-быстро моем банку. Банку можно совершенно спокойно мыть в соленой воде. Это у нас соленая забортная вода. Все, вот у нас теперь банка чистая. Что делаем дальше? Берем новый фильтр. Вставляем. Очень простая система замены. Вот фильтр. Его для того, чтобы он не напитывал воду, которая будет насосом закачиваться, мы его просто сейчас зальем водой. Он будет стоять уже в морской соленой воде, пропитается, и тогда будет полноценно работать. А пока мы его прикрутим на место. Вот его место.
Главное смотреть, чтобы серединка стала точно туда, куда ей нужно. Теперь берем съемник и съемником его слегка закручиваем обратно. Все. Вставляем новый фильтр. Вставляем в него уплотнители, все вот эти вот, правильно. И просто закручиваем его вот сюда, в штатное место. И у нас получается закручен водный фильтр водного сипара. А вот, вот теперь я покажу, как работает этот съемник. Ну, и он же, соответственно, затягивает фильтра. То есть вот так вот одевается, накручивается, и поехали. Освободили, одели, накрутили, затянули. Все, фильтр одет. Сейчас Диана будет запускать двигатель, мы посмотрим, все ли с ним нормально. Давай, включай просто нижнюю кнопку. Все, так оставь. Так, это сейчас у нас работает помпа, которая гоняет воду. Давай, включай. Стоп! Сейчас я проверю подачу топлива. Так, топливо открыто. Сейчас запускаем еще разок и пробуем. Дана, давай еще нижнюю кнопку. А теперь старт. Отпускай. Сейчас он чуть-чуть поработает, а потом мы его выключим и проверим еще раз масло. Вырубай. Итак, вот мы уже практически приготовились полностью к переходу. Что мы сделали? Во-первых, мы помыли лодку. Это самое, наверное, было сложное за сегодняшний день. Затем мы разобрали тузики и сняли два мотора. То есть я процессы на самом деле не буду показывать, потому что это не имеет значения. То есть как снимается мотор с тузика, это не то, что нужно показывать. Вот два мотора, мы их сняли, повесили сюда, здесь они живут. Здесь спереди мы поставили тузик, в него сложили второй, сдули, и так он будет жить. Он немножко перекрывает вид, но реально, когда идешь на большие расстояния, это вообще не имеет значения, потому что можно выглянуть сбоку и посмотреть, что там спереди происходит. Залили топливо, залили воду, все закрепили. В принципе, мы готовы к дальнейшему путешествию.